Еще один зал, уже более веселый. Тут показывается, вероятно, обед хозяев замка. Фазан, фрукты, непременный шут и костюмы граф и графинь раннего средневековья. Можно видеть бытовую жизнь, быт средневекового замка той эпохи. Как пряли шерсть. Это репродукция известной картины Греко. Сейчас зимой тут ужасно видно. Ветер ужасный. Там внизу лестница. Подвалы, лабиринты. Закрой дверь. А наверху вот можно видеть, как развлекались люди того времени. Тут, наверное, сундук с богатством. Казной замка. И наследник. Вот. И тут же есть, как и в любом уважающем себя заведении Южной Франции, выставка местных вин, потому что буквально в каждом доме есть погреб, а в замке, само собой, естественно, можно попробовать и купить с собой вина местного производства.